Почему поход в древнюю Дравидию называется арийским? Участвовали в нем роды славян? Конечно, это и есть славяно-ариев, поход славяно-ариев, сокращенно за арийским. На самом деле там присутствуют все четыре, так сказать, основных рода. Они были, говорили на одном и том же языке, имели одну и ту же культуру. К тому же ведическая культура атеистическая. Опять-таки, потому что понятие богов у наших предков было совершенно другое, чем вложили сейчас нам. Этим и дурят мозги людям. Да, кстати, забавно, что информация, сообщил тот же самый Юсупов, когда мы с ним говорили вчера, он сказал, что после прочтения моей книги в Екатеринбурге три священника отказались от своего сана. Забавно, да? Вот и поэтому боятся, что если священники, понимая, что их ввели в заблуждение, отказываются от своего сана, наверное, это весьма любопытно. Он опять скажет, Левашот врет и так далее. Опять придумал, чтобы сказать что-то такое. Ну, так сказать, можно сказать все, что угодно, но, по крайней мере, Юсуп мне это сообщил. И думаю, ему смысл врать мне? Не вижу смысла.